Приветствую вас. Я думаю, что начать нужно с того, что вы все-таки против. То есть вам не нравится идея, вам не нравится перспектива, что с вами будет жить младший брат девушки. Могу вас понять. Я могу вас понять, почему вам не нравится эта перспектива. Я могу вас понять, почему вы их против. Но поскольку вы живете со своей девушкой, и, наверное, вы, ну, дорожите ей, вы хотите, чтобы она была счастлива, хотите, чтобы она была спокойна, вот, то я думаю, что нельзя просто взять и пройти мимо этой вот самой ситуации в целом. То есть, если девочка хочет помочь своему брату, то вы вправе предложить ей помощь. Вы вправе предложить ей помощь. Ну, какую-нибудь помощь. На самом деле, то есть просто вот это может быть помощь, например, допустим, в снятии, допустим, той же квартиры, комнаты, это может быть помощь деньгами брату, это может быть поиск знакомых, у кого бы он мог пожить. Брат, я имею в виду. Вот. То есть, ну, в общем, сделать что-то. Вот что-то сделать. Что-то сделать. Можно и нужно в этой ситуации вам. Потому что, если вы решили жить со своей девушкой, то вы, естественно, и принимая ее, ну, вы должны, к сожалению, а может быть и к счастью, этого я уже не знаю, принимать в том числе и ее родственников, ее родных, и, соответственно, стараться помочь им. Стараться сделать что-то для них, а иначе девочка будет думать, что вам на ее родственников, в общем и целом, плевать. А это, как вы сами, наверное, догадываетесь, далеко не самый лучший расклад, если вы хотите, значит, чтобы между вами все было хорошо. Вот. Поэтому здесь, вот, во-первых, нужно все-таки, чтобы вы для себя определили, почему вы против. Конкретно вы против, почему, по какой причине, что вам не нравится, чего вы не хотите. Чего вы боитесь, может быть, какие последствия, вот, например, того, что брат будет жить с вами, или что он может жить с вами, какие последствия этого для вас нежелательны. Вот. Подумайте обо всех этих вещах, подумайте обо всех этих моментах,
и выразите эти моменты своей девушке, то есть расскажите ей о том, что не нравится вам. Расскажите ей о том, что вам тяжело, что вам неприятно, что вам ну, нежелательно, что для вас неприемлемо. Понимаете? Вот. Тут не нужно говорить просто, что вы против и все. Это не то, что можно воспринять как, ну, как конструктивно, как конструктивный момент. Понимаете? Не нужно так именно. Говорить лучше именно в формате я сообщения. То есть, если мне что-то не нравится, то, соответственно, я имею право об этом сказать, да, и как бы уже с тобой вместе, вот вместе с, собственно, вместе с девушкой, да, вот, а можно уже прийти к какому-то решению, прийти к какому-то выбору, прийти к какому-то компромиссу, в конце концов, по той или иной ситуации. Вот. И это будет справедливо. Значит, я не совсем согласен с коллегой, которая говорит о том, что это здорово, что девушка взяла ответственность за своего брата. Дело в том, что ее брат – это мужчина. И как мужчина он должен сам нести ответственность за себя и за, в общем, свою жизнь. Если он этого не делает, то в жизни потом ему будет тяжело. И девушка, как сестра старшая, она, вероятнее всего, этого не понимает, к сожалению. Ну, по разным причинам. По разным причинам. На самом деле, эти причины, они не так важны. Она не понимает. И вам, именно вам, нужно постараться донести до нее это потихоньку, не спеша. Сперва, значит, ну вот, сперва оказав помощь брату, как она хочет. Вот. И уже потом потихонечку объясняю, что брату нужно самому обустраивать свою жизнь. Справедливо ли это? Да, это справедливо. А неприятно ли это? Да, это неприятно. То есть это далеко не всегда приятно, к сожалению. Ну, просто потому, что если брат привык, например, да, если брат привык, что для него что-то делают, если брат привык, что ему помогают, то, соответственно, ему будет тяжело отказаться от помощи. Вот. Но для этого, для того, чтобы ваш труд, для того, чтобы ваши слова, чтобы вы были услышаны, вам придется девочку сперва расслабить.
что ее нужно вначале расслабить. Девушку нужно расслабить, чтобы она перестала ждать от вас какого-то негатива, чтобы она перестала ждать от вас какого-то именно деструктива, как она ждет сейчас. Да? То есть помогите ей, помогите ей. Если она хочет, помогите ей. Если она хочет что-то, сделайте это для нее. Сделайте то, что вы можете. Скажите, я не могу пустить в дом чужого, например, для меня человека. Но я могу, там, допустим, ну, как-то иначе ему помочь. Вот. И помогите. Другое дело, если девушка живет с вами, и у вас есть определенные проблемы, вот, ну, то есть проблемы между вас, и девушка как бы ищет возможность, ищет повод для того, чтобы с вами не быть. Если так, то это уже другой момент. Это уже ваша личная проблема. Ну, то есть, эта проблема связана именно с вами. Вот. Что здесь нужно понимать? Понимать, что, конечно, для девушки нормально заботиться о брате. Особенно, если она это делала, ну, собственно, периодически, да, особенно, если она это делала постоянно. Вот. Для девушки подобное нормально. Ого. Но, если вы считаете, что это плохо, если вы по каким-то, ну, достаточно серьезным причинам не хотите, чтобы брат с вами жил, вот, то вам нужно понять вот этот момент, что поиск компромисса только лишь поиск компромисса приведет вас к какому-то удовлетворительному результату. Вот. А иначе вы можете девушку потерять. Понимаете, какая история. А, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, отвечая на ваш вопрос. То есть, постарайтесь понять правильно. Я не оправдываю девушку. И я не считаю, что она, девушка, то бишь, права в своей позиции. Я не считаю, что она должна заботиться о брате, вот, ну, например, такой ценой, да? Очевидно, что ей движет гиперответственность за него. Очевидно, что ею движет чувство вины за него. Очевидно, что у нее не совсем здоровые отношения с братом. Все это очевидно. Но для вас, именно для вас, все это не имеет значения, к сожалению. Потому что все это началось еще до встречи с вами. И, скорее всего, продолжится, если вы расстанетесь. Поэтому мое мнение по данной позиции таково, что нужно искать компромисс. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.